сегодняшнее наше практическое занятие посвящено отбору проб. Прежде чем мы начнем, открываем фармакопейную статью. Так, тут указано, что у нас таблица 3. И в нашей таблице мы ищем сырье. В данном случае у нас цветки цельные, масса аналитической пробы, которую нам нужно отобрать. Первая проба — это 200 грамм, цветки 200 грамм. Так, вторая 25 грамм и третья 50 грамм. Первой пробой отбирается всегда проба для определения влажности. Это вторая проба в таблице, вот 25 грамм, и она отбирается всегда первой. Для того, чтобы отобрать аналитическую пробу, мы высыпаем сырье на чистую и ровную поверхность. В нашем случае у нас цветки бессмертника. И выкладываем его в виде квадрата, так, чтобы квадрат, весь квадрат был одинаковой толщины. Для этого нам понадобится две линейки. И делаем квадрат. Так, после того, как мы выложили его в виде квадрата, мы по диагонали его делим. Сейчас минуточку. Хорошенько мы его утрамбовываем. После того, как мы выложили его в виде квадрата, мы по диагонали делим его на 4 ровных треугольника. Два треугольника мы откидываем. Откидываем и снова собираем его в квадрат. Для того, чтобы отквартованную часть взвесить, мы идем его взвешивать и собираем листочек. Для того, чтобы взвесить наше сырье, мы для начала включаем наши весы. Так, кладем листочек, тарируем его и постепенно насыпаем наше сырье. Наша проба должна была весить ровно 25 грамм, и в нашем случае цветки бессмертника, как показывают наши весы, весят 25 грамм. После того, как мы отобрали пробу, мы ее плотно и герметично упаковываем и наклеиваем этикетку. Вы можете продемонстрировать мне каждый. Перед вами стоит сырье. Фармакопейной статьей, пожалуйста.